Всем привет, с вами Sky Akani. Всем привет! И сегодня мы с вами играем в игрушку под названием Speedrunners. Угу. Давай начнем с первой карты, да? Очень непростая. Давай начнем с этого, да? Не знаю, куда тут тыкнули. О, не то. Если же вашим друзьям вам нечем заниматься, скачайте эту игрушечку или же загрузите да, ее. Из Стима. Да, со Стима. Очень легально, можно и так, вроде как. В ней вообще очень интересно играть, она такая... Особенно с компанией. Да. Что ж, я тут как дно сейчас играю. Ой-ой-ой-ой-ой. Так вот. Вот так вот. И прыгаем. Я не хочу проигрывать, потому что я как лошара пос... Да что ты будешь... Да ты что, я тебе зато во время того, как мы тренировались, проиграл очень много раз. Так что... Ну это же была тренировка и вообще. И вообще, да? Ты должен мне проигрывать. Да. Эй! Эй! Я видишь, как бомбануло. Что это было? Припекает просто. Что ж ты будешь делать-то? Опа! Опа-опа. Что ты упаешь? У меня больше никаких способностей, к сожалению, нет. И не надо тебе никаких больше способностей. 5 минут, и карта начинает сужаться и убивать противника. Да, взрываться, чтобы слишком долго не заигрывались на одной карте. Да. А то игроки могут быть такими слопоками, как я, и могут как бы... проигрывать. Ой-ой-ой-ой-ой. Что же так падает, смешно. Ай, нет, успеть. Спасибо, успела. Я просто закинула туда. Да ты просто читер, опять свои дела такие читерские начинаешь. Читерские, ага. Сначала в гонках, теперь здесь. Эй, я везде читерю. Ха-ха-ха. А вот аж нет. А вот аж, блин, нет, да. Оксанка у нас умная, но такой не попадает, да? Да, Оксанку не проведешь, она знает, в чем подвох во всем. Боже мой. Так вот. Я знаю вроде бы подвох, но вроде бы не знаю. Эй! Вот так вот. Вот он подвох был, да? Кстати, вот видите, время сейчас уже закончится, и... Мы с тобой его попались. Эй! Я постоянно забывала прожимать эти штуки. Нет, нет! Вот так. Беги давай, беги, я тебя жду. Я просто ему проиграла, потому что... Ты мне так интереснее сделаем. Нечестно, мне не ничего себе поддался, это. Ты меня тут еще... Догони, попробуй. Вот, все равно ты выиграл, да. Мне кажется, сегодняшняя катка вот эта вот за тобой. Не знаю, не знаю. Да, ты уже вот сейчас у тебя раз. Шанс есть. Да, у меня всегда есть шанс, потому что я такая вся Оксана. Да. А у всех Оксан всегда есть шанс на что-то непонятное. Вот так вот. Я сделал себе шанс. Да ладно. Я же говорила, я просто вангую. Как да, вообще, давай как... следующую, да? Угу. Давай. Боже, какой романтичный закат. Закат. А, нет. Романтичный. Это не совсем романтичный закат, это свалка какая-то. Да, вот да, здесь я имею в виду. Помойных отходов каких-то. Угу. Так, вот молодец. Не вышло спасибо. Немножко. Хотела по-хитрому быть. Бам. Нет, все равно не получилось. Оу. Так, бежим. Так, 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 вот так. Боже, оп. Мне все больше и больше нравится эта игра. Зачем я тебе помогаю таким вот... что это было? Не знаю. Это как-то само собой происходит. Да, и вот это тоже само собой происходит, если честно. Я тут ни в чем не виноват. Это потому, что ты тичер. Тичер. Учитель я, да? Так, бежим. Ой-ой-ой-ой-ой. Кстати, ребята, кому понравились наши гоночки, смотрите нас, потому что мы... Подписывайтесь на каналы, да? Гоночки еще будут. Гоночки обязательно будут. Кто кого, да? Я все равно тебя быстрее. Вот так-то. Ё-моё! Эй, блин, я опять тут туплю. Так вот, да ты еще знаешь, спорно, кто кого быстрее тут. У нас пока такая, знаешь, равная ничья. Да, кстати, потому что мы одинаково плохо играем. Да. В сравнении с некоторыми задротами в эту игру. Да. Не будем называть их имена. Не обойдемся без имен, да? Да. А, блин.
А, черт, я просто прокакала свое умение сейчас. Да. О, а вот может и не прокакала. Знаешь, жаль, у меня сейчас нет этого умения. Ой, ё-моё. Да-да-да. Сейчас карта ничего. Будет сужаться, и тебе будет не очень хорошо. Как бы тебе тоже может стать не очень хорошо. Ты что ты будешь делать, а? Ну что я буду делать? Я буду делать скиллы. А-а-а! Как это вообще могло произойти? Не знаю. Это уличная... Почему это происходит? Почему? Мне сошивало. Потому что удача на моей стороне. Женщины, все это женщины. Да, все это наше чертовское обаяние. Да, злостная магия. Да, ну, что такое? Ты? Я еще не научилась этим умением пользоваться нормально. Так вот. Я вот видишь, даже здесь кирпичи откладываю. Так вот, обгоняем ее. Просто. Просто и. Так это просто не пройдет со мной. Да, по-моему, проходит. Это пока что. Под конец меня зажует, да? Да. А как вы видите, гарантирую даже это. Поймал на слове, да? Да. Ой-ой-ой. Так, у меня какое-то умение. Опять эти кирпичи откладывают. Не, я люблю эти кирпичи, а мне не нравится. О. Эй, хитрый что ли? Бам. Спасибо. Да, обращайся, я чё. Я ж всегда рада помочь. Я тоже. Сам себе проход загородил. В смысле? Ну, когда бежал, нет? Нет. Вау, что-то я психанула прям с разгоном. Да. Я прям себя почувствовала Тарзаном таким, знаешь, обаятельным, просто сердцеедом на этой Ильяне вот это вот. А, я почему-то вспомнил фильм «Джордж из джунглей». Я больше тебя вот им почувствовал. Так, бежим. О, какая у меня штука есть. Я ее прокакала опять. О, да. Та-та-та-та-та-та. Опять просто трачу свои умения только так. Только так. По-другому Оксанки никак. Это, блин, очень... Что ж я забываю про эти ящики вечно? Да, блин, кто из нас забывает про ящики-то? Так-так-так-так-так-так. Пальчиками нужно быстрее. Да, нет. Мне так нравится этот персонаж даже больше, чем... Ох! Я пытаюсь, но я забываю постоянно про вот это вот клады, которые ты мне тут разложила. Эй! Вот так. Эй-эй! Кажется, главное я проиграл. Бежать. Так, движение жизни. Движение жизни. Вот так. Нет. Движение жизни, да, действительно. Спасибо вам, движение. Так, я все кнопки позабывал, прикинь. Ну, такое бывает, кстати, очень часто, когда в эту игру играешь, как-то бы пальчики путаются, и ты жмешь то, что не надо жать вообще. Ой-ой-ой. Чё ты отстаешь, пацан? Не стоит связался. Да. Блин. Обожаю такие протупил. Моменты. Я вообще-то не ту клавишу хотел нажать, но... Эй! Так. Кажется, еще немного, и я выиграю тебя. Угу. Возможно. А может быть, что-то пойдет не так, и... Надеюсь. Да, я проиграю. Что-то пойдет не так, и я, скорее всего, проиграю. Потому что я не очень хороший игрок в такие игры. А вот я прям профессионал здесь сижу, да? Да. Угу. Самое не смешно. Я вот первый день сегодня так играю вот в эту игру. А я по-твоему. Ну я, может, второй. Ну вот, видишь, уже. Скилл прокачан, все дела. Капец, как жить-то? Да что опять я нажимаю не те кнопки? Что-то психуешь с этими умениями. Да. Немножечко пошаливают нервишки. Да что такое? А опять банки, что ж такое? Нет. Ну, я тебя уже догоняю хоть как-то. Это гораздо прикольней, чем... Так вот.
Эй. Песенки такие веселенькие здесь играют. А, блин. Вот так вот, да. Ай, я просто. Мне так нравится тебя читером называть, серьезно. Вот так вот. Опять читер, да? Да. Так. Да блин. Прикинь, вообще я залошарил. Ладно, бывает с каждым. Да, со всеми бывает. Угу. Ну что, сейчас выберемся на воздушное пространство и я активирую свой ПВО. Блин, я думаю, я смогу все-таки убежать, но... Так. Главное все правильно делать. Я уже почти научилась пользоваться этой штучкой. Так вот. Да? Угу. Я все же правильно делаю. Да, конечно. Помогает мне проигрывать. Ох. Ой, ё-моё, я опять забыл прыгнуть. Ах, блин. Так, обогнала меня. Мне очень нравится, как проработан бег. Прикольно сделан? Да, офигенно. Оп. Так вот, бежим. Скорее надо. Нам нельзя проигрывать ей. Ну, ладно, окей. Вот так. Тебя не задело никак? Нет. К сожалению, да? Ты это зря использовал, конечно. Почему это зря? Потому что ты бы мог бы меня там повредить. Ну, потому что я как бы оторвался вперед, нет? Ну, возможно. Вот это сейчас что было? Это? Кто мне объяснит? Не знаю. Кто подстроил мне этот козик? Знаю я одну девчоночку, такая неплохая очень девчоночка, прям радует меня каждый раз своей няшностью. Да? Да, есть такая. Ой-ой-ой. А вот это плохо уже, да. Что? Так вот, главное бежать. Да! Мазина. Я победил. Ну вот. Давайте на этом попрощаемся. С вами увидимся в следующих сериях. Подписывайтесь на ее канал, ссылочка будет в описании, как всегда. Угу. Ставьте лайки и... Мы вас... Вас любим. Очень сильно. Любим. Да. Всем спасибо. Пока. Всем пока.